А на видео я покажу, как работать одновременно с несколькими видеофайлами в программе VideoPad. Для начала добавляем наше видео в программу и перетаскиваем их на временную дорожку. Видео 1, видео 2 и видео 3. Но для того, чтобы нам, допустим, разрезать наши видеоряды, либо налаживать какие-то спецэффекты, нам необходимо смотреть результат одного из видео, которое находится на видеодорожке. Но так как верхнее видео, естественно, перекрывает все остальные в окне просмотра, нам необходимо его отключить. Отключение производится: скрыть дорожку в итоговом видео на пиктограмму глаза. И в данный момент мы можем видеть видеоряд номер 2. Также производить с ним какие-то редактирования, обрезки и так далее. Если необходимо работать с первым видеорядом, также отключаем скрыть дорожку в итоговом видео, и мы можем работать с первым видео, тем самым верхние два видео нам не мешают. А на этом видео заканчиваю. Все, спасибо.